Всем привет на канале Мосолимп. Сегодня в работе у нас Peugeot 408. Автомобиль разобрали. Поверхность подготавливаем проклейки, все обезжириваем. Разобранный багажник, штатная шумоизоляция. Вернее, полное ее отсутствие в данном автомобиле. Голые арки, крылья, голое днище багажника. Вообще ни одного кусочка. И как следствие, автомобиль очень шумный. И нуждается просто необходимую дополнительную шумоизоляцию. Вот так выглядит у нас разобранный салон. Опять же, вот такая площадь голого металла и кусочка визора. Ну и по салону. Место водителя, голая арка там впереди. Небольшие квадраты вибра кинули. И на этом успокоились. Шумный авто. Вообще никакой шумоизоляции в нем нет. Дискомфорт при передвижении, разобраны двери, та же самая картина, минимум вибро, максимум шума. Задняя дверь, передняя водительская разобрана, то же самое, маленький кусочек вибро на всю огромную дверь. Все исправим, все проклеим, приступаем к работе.